В ноябрьске завершилась приемка образовательных организаций к новому учебному году. В течение 2 месяцев экспертная комиссия проверяла состояние объектов образования. О том, как школы подготовились к учебному году, мы поговорим сегодня с членом комиссии по приемке и начальником пожарного надзора города Андреем Семеновым. Андрей Георгиевич, добрый день. Здравствуйте. Ну, по традиции, приемка образовательных учреждений происходит в 2 этапа. Вот почему так происходит? Началась приемка у нас с июня месяца, то есть это изначально подготовка, конечно же. В рамках подготовки образовательные учреждения выполняют какие-то небольшие доработки, доделки, и потом уже начинается именно приемка, работа комиссии. Вот комиссии постарались все уже быть готовыми. Почему в нынешнем году разделились на 2 этапа в основном? Это в первый этап были заявлены учреждения образования города, это детские сады и школы. И второй этап в ходе уже работы комиссии поступило указание включить также учреждения дополнительного образования, учреждения физкультуры и спорта и учреждения культуры. Вот. Поэтому на первом этапе мы отработали департамент образования, потом уже приступили ко всем остальным организациям. А сколько в общей сложности организаций вы проверили? В общей сложности мы проверили более 50 организаций департамента образования и порядка 20 учреждений физкультуры, спорта и учреждений культуры. А на что обычно пожарные обращают особое внимание? Ну, особое внимание мы, конечно же, обращаем это на средства противопожарной защиты, это система автоматической пожарной сигнализации, это оповещение людей в случае возникновения пожара и управление эвакуацией, это первичные средства пожаротушения и, конечно же, это пути эвакуации и выходы в соответствии нормативным требованиям. Я могу сказать, что департамент образования уже не первый год принимает участие в таких мероприятиях, поэтому все знают, к чему готовиться, и были готовы. Были, конечно, недочеты какие-то, и в основном это недочеты режимного характера, то есть не успели убрать мебель из коридора и так далее. Но, естественно, до 1 сентября это все будет устранено, уже устранено, точнее. Вот. И все образовательные учреждения будут готовы уже к приемке учеников в новом 2017-2018 году. Также то требование, которое вступило в поправки в федеральный закон 123, это вывод сигнала о срабатывании автоматической пожарной сигнализации без участия транслирующей организации. То есть во всех учреждениях мы проверили наличие именно вывода сигнала на пульт подразделения пожарной охраны напрямую, без участия транслирующей организации. Во всех учреждениях образования, культуры, спорта данное требование исполнено, поэтому, ну и вообще по общим характеристикам могу сказать, что учреждения готовы к новому учебному году. Ну, вообще, замечания все-таки были, да? Если вот отдельно, например, поговорить про дошкольные учреждения, какие там чаще всего, может быть, какие-то типичные есть нарушения, либо вот какие-то наиболее, которые опасны, так скажем? Вы знаете, наиболее опасных на сегодняшний день по департаменту образования нарушений нет. Мы можем привести ряд нарушений режимного характера, но я повторюсь, что до начала учебного года, тех учреждений, дошкольные учреждения, они не прекращали свою работу в летний период. Школы, да, по школам, если работа была прекращена, то есть учащихся не было, да, вот, то по детским садам в рамках подготовки также в детских садах находились дети. Вот, поэтому, чтобы мы выявили какие-то нарушения, которые бы способствовали возникновению пожара, либо препятствовали свободной эвакуации, либо создавали собой угрозу жизни и здоровью людей, а тем более детей. Естественно, этих нарушений нет у нас в городе, во всяком случае. Вот. Это что касается, конечно же, департамента образования, физкультуры и спорта. Единственное, у нас есть частный детский сад, который остался непринятым. Вот. И до начала нового года со стороны государственного пожарного надзора этот детский сад принят не будет. Вот. Там выявлен ряд нарушений,
законных оснований проводить проверку, именно проверку, у Государственного пожарного надзора не было, поэтому мы были приглашены, включены в состав комиссии, мы вошли на объект, мы провели осмотр помещений, тех помещений, которые нам представили, конечно же, к осмотру. Вот. Ряд нарушений был выявлен, поэтому мной в подписании акта было отказано. А какие там нарушения были выявлены? Это нарушение и по состоянию, содержанию средств противопожарной защиты, это нарушение и по путям эвакуации. Более подробно, более точно сказать не представляется возможным, потому что для этого необходимо провести проверку, изучить документацию, нормативно-техническую документацию, изучить именно конструктив самого объекта, потому что был доступ разрешен только в первый и второй этаж, существует еще третий, четвертый этаж, существует подвальное помещение, существует чердачное помещение. Вот. Доступ в эти помещения был ограничен, поэтому более конкретно сказать пока ничего не могу. Вот нам, насколько известно, для проведения проверки пожарной безопасности руководство этого учреждения привлекло аккредитованную организацию, не из нашего города. Вот насколько это вообще правомерно, это действительно так по практике делается? Ну, вообще, да, сейчас законодательством предусмотрено. Собственник сам выбирает форму обеспечения пожарной безопасности. Либо это государственный пожарный надзор, либо это аудит пожарной безопасности. Собственник выбрал аудит пожарной безопасности. Аудит проведен, заключение положительное получено, но, к сожалению, я могу сказать, что это заключение, оно не может являться действительным, и не может, и мы не имеем права даже рассматривать его, да, это заключение как действительное, до тех пор, пока не будут выполнены требования пожарной безопасности. Ну, вот. На сегодняшний день не исполнены требования федерального закона 123, поэтому законной силы данное заключение иметь не может. И мы будем применять именно нормативные... Мы будем применять именно добиваться устранения нарушений требований пожарной безопасности, выполнения требований нормативных документов по пожарной безопасности. А как часто Пожнадзор вообще имеет право проводить проверки вот в частных учреждениях? И одно у нас такое только в городе, или, может быть, еще какие-то есть учреждения? Видите, опять же, здесь все зависит от самого, от самой организации. Сейчас необходимо выяснить, это к какому именно учреждению это относится. Если это учреждение будет здание категорировано как здание категории F1.1, то есть дошкольное образовательное учреждение, то по 944 постановлению мы можем их проверять чаще, чем раз в 3 года. А так, естественно, по законодательству не чаще 1 раза в 3 года мы имеем право заходить на объект с плановой проверкой, ну и далее уже назначать неплановые проверки. Ну а если в целом подводить итог всем проверкам вашим, вот есть какие-то цифры, количество, то есть сколько было вынесено предписаний, быть может, дано советов, так скажем, сколько всего нужно было исправить? В рамках в целом проверки, да, учреждений. В рамках подготовки учреждений мы давали только устные рекомендации. Вот. Ну и потом, естественно, контролировали исполнение. Я хочу сказать, что во многих случаях данные рекомендации устранялись во время работы комиссии. То есть до убытия с объекта недочеты были устранены, потому что практически на всех объектах акты были подписаны прямо по окончанию данного мероприятия. С первого раза? Да. Ну, то есть это такие совсем мелкие нарушения, там что-то где-то неправильно стояло, да, и так далее. Вы знаете, бывали случаи, не прошел сигнал на пульт пожарного подразделения. Вот был один случай. До завершения работы комиссии обслуживающая организация замечание устранило, у них какие-то были там технические неполадки. Вот, замечание устранило, мы вернулись, проверили, да, действительно, сигнализация сработала, сигнал прошел, поэтому мы также удостоверились в устранении нарушения, и акт был подписан. Вот оно, в принципе, для того и необходимо, и существует вот эта необходимость проверки периодической работоспособности средств всей противопожарной защиты. Это техника.
То есть сейчас вот к 1 сентября можно смело сказать, что все учреждения готовы. Они готовы, и детям там находиться безопасно. Готовы в полном объеме, дети будут находиться в безопасности. Ну, помимо проверки в школах, вы провели еще внеплановую проверку в частных домах, в деревянных домах. Это было связано, я так понимаю, с трагедией в Ростове. Расскажите, пожалуйста, что проверяли и как состояние у нас частного сектора? Вы знаете, да, действительно, в Ростове это трагедия, это чрезвычайное происшествие. И в связи с этим было дано поручение провести обследование участков города, секторов города. В основном это индивидуальная застройка с плотной застройкой строений. Вот. Видите, я могу сказать, может быть, как бы не все правильно к этому отнесутся, но я хочу сказать, что в трагедии в Ростове, да, где-то, возможно, есть безалаберность, наверное, самих людей. Вот та же самая история во многом повторяется и у нас. Когда человека заселяют в жилой дом, человеку становится мало жилплощади, ему необходимость появляется в каких-то сараях, там, пристройках и так далее. Начинают городить, да, тащат какие-то металлические вагоны. При этом абсолютно не заботясь о тех нормативах, которые соблюдались при строительстве, при возведении этих зданий. Вот и в Ростове была такая же точно ситуация. Мы знаем, что старый район, конечно, да, но при возникновении пожара в одном жилом доме, при сильном порывистом ветре, произошло распространение от жилого дома на надворные постройки к следующему жилому дому. Я могу привести пример, я, к сожалению, не помню год, но поселок ХТПС, который на нашей шестой горке именуемый, да, вот там в летний период сгорело 7 домов и 2 гаража. Вот. И все это тоже случилось именно по причине плотной застройки деревянных строений. Жилой сектор там был исключительно пятой степени огнестойкости, деревянного исполнения. Плюс за годы проживания люди построили, самовольно возвели надворные постройки. Это гаражи, это бани, это сараи и так далее. И при возникновении пожара, возник пожар на улице, загорелся мусор, причина была неосторожное обращение с огнем детей, загорелся мусор, распространение произошло на жилые постройки, и в итоге пострадало 7 жилых домов и 2 гаража. Вот. Вот, чтобы исключить данный случай, мы проводили сейчас мероприятие профилактического характера. Да, у нас сейчас в данный период времени у нас не столько много прав, как было раньше. И в основном у нас забрали право административного приостановления деятельности, право именно проведения проверок. И, конечно же, может быть, где-то это и правильно, но я хочу сказать, что от этого страдают именно люди. Потому что пока мы не можем выдать предписание, пока мы не можем наложить административный штраф за это нарушение, человек не почешется. Это однозначно. Вот. То есть, я так понимаю, что немало вы выявили нарушений в ходе вот этого профилактического нарушения мы сейчас выявляем. Завтра у нас состоится заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям в администрации. Все результаты будут доведены до главы администрации, результаты будут доведены до комиссии и до управляющих компаний, которые обслуживают данный жилой сектор. Естественно, мы будем добиваться устранения нарушений, будем добиваться уборки тех захламленных участков, то есть мусора, уборки этих несанкционированно возведенных каких-то построек. Вот. Думаю, что в принципе это даст свои результаты, свои плоды. А в ходе этой проверки какую-то разъяснительную работу с самими жильцами проводили? Объясняли, что это опасно? Конечно, профилактическая работа ведется и не только после
вот этой ситуации в Ростове, да, профилактическая работа, она проводится постоянно, на постоянной основе. Ежедневно вот эта кропотливая работа, работа с, именно с населением, именно по пожарной безопасности, по разъяснению требований пожарной безопасности и так далее. Ну, не всегда, да, она должного эффекта достигает. Ну, я скажу, что это больше уговоры, чем какой-то надзор. Спасибо вам большое, Андрей Георгиевич. Да не за что. А я напоминаю, наша студия открыта для всех. Если у вас есть интересная тема для разговора, мы готовы ее обсудить. Телефон редакции 49 99 40.